А в Алматинской области медикам вручали ключи от машин скорой помощи. Всего 65 новых авто. Это реанимобили, оснащенные современным оборудованием, Нивы, предназначенные для отдаленных сел, УАЗы, которые в народе именуют таблетками. Поздравляя медработников с этим событием, аким области Ансар Мусаханов отметил, что автопарк медучреждения будет обновляться и впредь. Сейчас оснащенность Алматинской области медицинским автотранспортом около 95%. Это один из самых высоких показателей в стране. Последние 3 года оснащенность мы приобрели 150 автомашин скорой помощи. Это никогда не было такого. На следующий год в плане закупка за счет местного бюджета при помощи акима области будет заложены финансы на закупку 40 века автомобиль. Мы будем с каждым годом закупать более современные автомобили.